Друзья, перед вами новичок футбольного клуба «Калуга» Сергей Анисимов. Сергей, добро пожаловать в команду. Здравствуйте, спасибо. Итак, Сергей, почему вы выбрали футбольный клуб «Калуга»? Как возник этот вариант? Позвонил агент, предложил вариант с «Калугой», и я оценил все плюсы и минусы. Мне понравилось заманчивое предложение. Амбициозные задачи стоят здесь. Хорошо, слышали раньше о городе, о клубе? Да, здесь играют ребята, с кем я раньше пересекался, я с ним разговаривал. Город очень понравился, можно сказать, европейский, чистый, уютный. Уже успели погулять, походить? Нет, у нас не было такой возможности, я всего лишь месяц здесь. Угу. То есть гостиница, стадион, тренажерный зал, пока что не было таких времени свободного. Ну, а как вы вообще, в принципе, свободное время? Свободное время в основном отдыхаем, восстанавливаемся, готовимся к тренировкам. Если есть выходные, ходим в кино. Ладно. Вернемся немножко назад. Насколько я знаю, вы успели поиграть в премьер-лиге. Ну, был такой момент, да. Но это не, это громко сказано, поиграл, как бы. Был последний тур чемпионата в премьер-лиге. И тренер дал возможность, как бы, надо было время потянуть, я вышел, не знаю, с замену. Это было против ЦСКА. Мы 1-0 выиграли, конечно, ощущения непередаваемые, когда против тебя игроки сборной, Березуцкий, Жирков, Акинфеев выходят. Но это на память на всю жизнь. Я это запомнил. Также я знаю, что у тебя в резюме есть футбольный клуб «Знамя труда», старейший клуб России. Как-то там ощущается история этого клуба? Ну, ощущается, потому что, наверное, с тех времен ничего не изменилось в плане стадиона, который еще около истории больше века. Ну, они этим пользуются, тем, что они самый старейший клуб в России, как бы бренд считается. Не следишь за их выступлением? Нет. Ладно, ну, вернемся к «Калуге». На какой позиции предпочитаешь играть? Ну, я центральный защитник. Так что, вот. Номер уже выбрал? Ну, это не принципиально, как бы. В основном я играл под пятым номером, но если здесь будет он занят, я без разницы. Хорошо. Какие планы на будущее, на сезон? На будущее у нас по возможности набрать как можно больше очков, подняться повыше и подготовиться на следующий сезон. И там уже ставить больше, более амбициозные цели. Хорошо. Ну и пару слов нашим болельщикам. Болельщикам хочу пожелать терпения, поддерживать свою команду, потому что мы играем для вас. Все, в принципе. Спасибо. Это был Сергей Анисимов.